Центр Брюсселя сейчас пытаются привести в порядок после столкновений молодежи с полицией. Толпа громила витрины магазинов, нападала на прохожих и атаковала правоохранителей. Все это продолжалось не менее часа, пока к стражам порядком не прибыло подкрепление. Как выяснилось, нарушители спокойствия собрались по призыву блогера, популярного среди бельгийской молодежи. Но он так и не пришел на встречу с поклонниками, и раздосадованные фанаты принялись громить улицы бельгийской столицы. Около 3 десятков хулиганов были задержаны и доставлены в участки. Yeah.